Здравствуйте, дорогие зрители. Я приехал в район Чикчили. Она находится в верхней части района Оба. Считается тоже одним из центральных частей города Алания. Этот проект находится на расстоянии 1300 метров от моря. 15 минут, 16 минут ходьбы. Очень большой проект. Покажу здание. Проект был построен в 2009 году. Тут огромная территория. Есть даже крытый бассейн. Большой открытый бассейн. Это детский. В той стороне теннисный корт. Баскетбольная площадка. Зона барбекю. Есть у нас тут сауна. Игровая, детская игровая площадка. Генератор. И открытая парковка. Айда тут 450 лир в месяц. Квартира находится на втором этаже. По российским меркам, первый этаж по турецким меркам. Под ключ 2 плюс 1, трехкомнатная. Это большой балкон. Качественная мебель тут у нас, фирма Сетте, балконная мебель. А вот вся эта мебель у нас фирма Келебек, бабочка турецкая. Наверное, в курсе, что считается одним из хороших фирм. Вот. Продается полностью под ключ. Зал очень большой. Он совмещен с кухней. Это вся мебель фирма, как мне сказали, Мопа. Вот покажу все с доводчиками. Гранит у нас, столешница, бытовая техника фирма Бека. Вот. Холодильник тоже Бека. Матовая. Очень ухоженная квартира по очень хорошей цене. Тут два балкона, два санузла, две спальни. Жилая площадь, скажу, 105 квадратных метров, как минимум. Неплохой вид. В той стороне у нас Аланиум торговый центр, в этой стороне метро, в той стороне больница. Все в шаговой доступности. Итак, здесь прихожая. Угу, интересное время, цвет. Тут прихожая. Брутто у этой квартиры 135 квадратных метров. Здесь у нас первый санузел. Даже есть ванна. Проточена нагревать фирмы Siemens. Стиральная машинка Beko A3++. Даже есть сушилка. Так. Ремонт не требуется. Это у нас детская спальня. Здесь как минимум 14 квадратных метров жилых. Кондиционеры фирмы Beko инверторные, вот новые. Итак, это у нас хозяйская спальня. Тоже фирма Келебек, гардероб. Второй санузел. Душевой кабинкой. Также есть вытяжка. У нас вид с квартиры на открытую парковку и спальня. Угу. Все с доводчиками. И здесь у нас второй
Балкон, он тоже большой. Здесь сделан отдельно гардеробная часть. Застекленный балкон. Дорогие зрители, цена этой квартиры 104 500 евро. Пишите, звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Плюс 90 555 064 91 10. Не закрываем ролик, я вам покажу всю территорию и всю инфраструктуру. Там очень хороший крытый бассейн. Ждите. На этаже у нас две квартиры. Внизу есть еще одна квартира, также вот выход в ней в эту сторону. Она, как считается, первый высокий этаж, но внизу есть еще одна квартира с той стороны. Так что это не на земле, эта квартира. Вот такой проект. Территория продолжается и в ту сторону, и в эту сторону. Есть охранник. Покажем вам территорию. Так. Стало прохладно. Скамейка. Вот видите, снизу есть квартира. Ну и вот второй этаж. Бассейн. И гуси тут водятся у нас. Гуси, гуси, га-га-га. Есть фитнес, сауна и гуси. Рядом там протекает речка. Отсюда я вижу. Теннисный корт. Видите, какой хороший теннисный корт. Все функционирует. У меня, кстати, есть клиент, который искал с теннисным кортом. Наверное, он ролик посмотрит. Лимончик бы сорвать один. Нет, не надо. Большой бассейн. Там также водопад. Здесь зона барбекю, беседки, вот как все, вот красиво все сделано, по-человечески, так скажем. Все для людей. Добротно. Большой бассейн, не маленький. Там, короче, водопад, капает, есть аквапарк. Теннисный стол еще вот там. Маленький. Вот. Такие здания. Там покажу вам. Есть даже мини-футбольная площадка для детей. Молодцы. И генератор. А тут у нас скрытый бассейн. Фитнес-сауна в другом блоке. Площадка, детская игровая, также площадка у нас в этой стороне. Теперь войдем в закрытый бассейн, или не надо туда входить, покажу через окно. О. Большой, не маленький. Душевые кабинки там у нас. Это джакузи. Зонтик, шезлонги тоже есть, зонтиков нету. Зонтики ставят снаружи летом. Вот, показал я вам. Увидели? Увидели. Идем дальше. Покажем сауну и фитнес. Айдат 450 лир. И деревья вам. Вот. Подарок. Красиво здесь. Большая территория.
ухожено, рядом есть школы, есть больница центральная. И вот фитнес уже увидел. Вот фитнес большой такой. Много оборудования тут. Постараюсь сейчас зайти туда. Итак, прошел я через стекло. Оказался внутри фитнеса. Нужно же пошутить как-то. Так, и здесь вот такое оборудование. Все, стой. Остановись. Придется спортом заняться, давно не занимаюсь. Все тут есть, то, что нужно. Беговая дорожка, душевая кабинка и рядом сауна. Выходим отсюда, идемте в сауну. И вот у нас сауна. Когда желаете, тогда ей включают. Угу. Дорогие зрители, так что цена 104 500 евро, есть маленький торг, звоните, обсудим, познакомлюсь с хозяином, цену с ним лично сами обсудите. Все, с вами был Агасси из солнечной Алании, район Чикчили. Всем желаю добра, здоровья, благополучия, процветания, мани-мани побольше, и чтоб гаишники вас на дороге не останавливали. Всем пока-пока.